Вітаємо вас, шановні глядачі телеканалу «Миколаїв». Ви дивитесь програму «У полі зору транспорт». Сьогодні у нас студії експерт Асоціації працівників транспортної галузі та інфраструктури Ігор Житінський. Доброго вечора. Добрий вечір. Сьогодні ми будемо говорити про міську та обласну транспортну систему, які в неї є негаразди і як би можна було її покращити. Зараз, напередодні літнього відпочинку, як ви вважаєте, чи готові транспортні мережі Миколаєва та області до роботи у літній час? Прошу. Ну, на самом деле, этот вопрос очень емкий, и он подразумевает под собой ответ сразу на несколько вопросов. Это откуда граждане Николаева смогут отправляться на летний отдых, на чем они смогут отправляться на летний отдых, и насколько это все безопасно для наших жителей. Что бы хотелось сказать, отвечая на вопрос, откуда будем отправляться, наши жители будут отправляться в летний период на отдых. Но Николаевская область в каком-то степени является, скажем так, единственной областью, где, в отличие от постоянных действующих автовокзалов стационарных, есть очень большое количество автовокзалов-клонов. И, наверное, немногие николаевцы знают, что, например, центральный автовокзал Николаева, АЭС Николаев, это то здание, которое стоит по проспекту Жовтневому, фактически является только переднее лицо и задние платформы, которые находятся за автовокзалом. Все остальные скопления транспорта и отправления – это так называемые частный автовокзал ООО «Южные автовокзалы», которые создались на базе нелегальных автоперевозчиков возле действующего автовокзала. С одной стороны, казалось бы, когда есть конкурентная среда, наверное, это правильно. Когда появляются больше игроков, операторов рынка предоставления транспортных услуг, наверное, они должны быть качественными. Но давайте посмотрим, почему появились автовокзалы-клоны. В области существует ряд крупных транспортных перевозчиков, которые контролируют в определенных сегментах рынка до 60-70% всего рынка пассажирских, пригородных, межгородских, межобластных перевозок в Николаевской области. Понимая, что эта масса автобусов идет через официальные автовокзалы и количество средств, которые, а это наличные деньги в большинстве своем, идут через кассу и показывается валовый оборот данных предприятий и их доходная часть, скажем так, директора предприятия очень быстро сориентировались и стали создавать альтернативные автовокзалы уже действующим автовокзалам, чтобы тем самым уходить от прозрачности формирования ценовой политики, чтобы уйти от прозрачности формирования вообще правил игры на рынке. И так появляются автовокзалы-клоны. В чем пагубность этого движения? Для пассажиров в первую очередь получается, что мы не контролируем соблюдение договорных условий с администрацией, а администрация, областная администрация является заказчиком предоставления услуг по перевозке пригородных и межгородских маршрутах. И согласно этим договорам, каждое маршрутное такси или автобус должен отправляться согласно своего графика и регламента своего движения. Что мы видим на автовокзалах-клонах? Фактически происходит, перевозчик диктует свои условия пассажиру, когда он хочет отправляться, пока не забьется полный автобус, и он не посчитает целесообразным ехать. Это идет нарушение договорных отношений, это делать нельзя. Что мы еще видим, что происходит на автовокзалах-клонах? На автовокзалах-клонах людям фактически отказывают в их законном праве приобретение билета. А что такое билет в нашей ситуации? Человек, приобретая билет, он должен получить, первое, качественную услугу, должна быть застрахована его жизнь на всякий случай, и он, это его как бы правовые взаимоотношения с оператором рынка пассажирских перевозок. А мы очень часто видим, и ни для кого это не секрет, что фактически люди, которые отправляются с проспекта Чигрина и с проспекта Октябрьского, который называется «Южные автовокзалы», получают, скажем так, на просьбу «продайте нам билетик», ваш билет даст вам водитель в автобус. На самом деле, как правило, водитель автобуса не имеет, если это автостанция, права
давать билет, это должна выдавать автостанция и нести ответственность за те услуги. О чем это говорит? Что фактически идет подмена тех качественных услуг, которые прописал законодатель, потому что что такое, что под собой подразумевает автостанция? Человек приходит, там должна быть комната відпочинку, там должна быть комната отдыха водителей, там должны быть оборудованные перроны, где человек может ждать свой автобус, свой рейс, там должна быть комната матери и ребенка, там должны быть туалеты, оборудованные пандусом для инвалидов. И самое главное, приобретая билет например, если брать автостанцию Николаев, многие категории людей пользуются льготами, предоставленным государством. Это также дети школьного возраста имеют определенные льготы. А получается, приходя на автостанцию, так называемые южные автовокзалы, мать или ребенок, он не может, ему не продают билет по льготной цене. Это прямое нарушение договорных отношений перевозчика и власти. И что самое, в этом деле, я считаю, неправильно, все делают вид, что этого не замечают. Что когда проходили конкурсы, и перевозчики выигрывали право возить пассажиров на те или иные маршруты, они их выигрывали согласно действующему законодательству автобусами определенной вместимости и определенного класса. Что это подразумевается? Это автобусы должны соответствовать классу безопасности, классу комфортности и так далее. А какие зараз там у них наичастейшие? Очень часто мы видим, что автобусы, я вам сейчас эту мысль разовью дальше, и те автобусы, которые победили на конкурсе, имеют право обслуживать данный маршрут, или только автобусы, которые на класс выше, более комфортабельнее, более лучше. Что мы видим на это? Что фирмы-претенденты выигрывают новыми автобусами маршруты, а фактически пускают на маршруты автобусы другой категории. И тем самым с людей берут оплату. И, в полном объеме, с учетом станционного сбора. Я вам хочу сказать, что наши зрители многие не знают, что отправляясь в Херсонском направлении, в Одесском направлении с южных автовокзалов, они не имеют права брать станционный сбор, потому что и станционный сбор с южными автовокзалами облгосадминистрация не согласовала. И понимаете, и столько нарушений, а это все складывается на себестоимости проезда. И все это, и такая ситуация позволяет многим перевозчикам паразитировать на рынке. А самое главное, сейчас в летний период очень много приедет гостей в нашу область, которые будут добираться к морям, к местам отдыха, и будет очень непонятно, почему эти люди должны рисковать своей жизнью, а по незнанию садиться в эти автобусы, а он не застрахован. У нас уже были не раз случаи в области, когда маршрутки попадали в неприятные истории, связанные с ДТП. И никто ж не говорит, что получается человек по незнанию, потому что он не знал, в какую машину садиться, и потому что государство не проконтролировало качественные услуги, он попал в неприятную ситуацию и оказался со своей бедой один на один. И эту проблему мы должны тоже с вами решать. Решая эти проблемы, мы тогда и можем и претендовать и на привлечение большего количества и туристов в наш регион, которые это будет в условиях экономического кризиса дополнительная копейка в разные бюджеты. Но вот если я сказал про дополнительная копейка в разные бюджеты, надо тоже поднять вопрос, почему все закрывают глаза, что на автовокзалах не продаются билеты, соответственно, не платятся налоги, не наполняются бюджеты всех уровней. И это делается на протяжении уже многих лет. Мы постоянно обращаемся в органы власти, в контролирующие органы. Почему? Мы всегда говорим, что нет источников наполнения бюджета. Здесь такое количество теневых денег, и никто не наводит порядок. Поэтому мы считаем, что представителям органов местного самоуправления надо больше внимания уделить данной проблематике. Потому что не может быть в ущерб интересам граждан, идти такие, закрывать глаза для бизнеса. Далеко ходить, тут мы говорим АЭС Николаевская. Давайте скажем про пригородную АЭС Дачная. Фактически на проезжей станции построили будку. Это билет центрального рынка, да? Да. Там стоят автобусы, которые не дают людям, которые там живут, нормально дышать. Все, кому там не попадя, ходят под окна этих людей. Люди жалуются, их никто не слышит. И это кому-то надо. В то время как стоит пустая АЭС пригородная.
через буквально 100 метров. Просто мы видим, как идет тенизация рынка, уводят официальных перевозчиков в тень, и показывается, показываем банкротство данной отрасли. И вы знаете, вот кто, вот мы говорим там о качестве перевозок, ну очень, когда приезжаешь на АЭС-дачное, ну аж сердце кровью обливается. Стоят автобусы ЛАЗы, которым по 40 лет, и на этих автобусах возят наших людей по области. Ну не можно, понятно, что эти автобусы никак не могли пройти конкурсы. Понятно, что это шельмование с документами и шельмование с предоставлением услуг. Но почему это никто не замечает? Ви навели досить такі цікаві, досить такі кричущі факти. Ваша асоціація ж якось їх збирала, перевіряла. Ви проводили якісь дослідження цієї сфери, так? Я вам хочу сказати, от, я не случайно затронув тему автовокзалів. Ми посчитали тільки одні южні автовокзали за время своего существования, а я считаю, что это незаконные автовокзалы, и хоть власть не обращает внимания, мы написали письмо и на мэра города с просьбой дать, пояснить, на каком основании, если земля под данные объекты не выделялась, почему бесправно используется этими структурами коммерческими земля, городская громада не реагирует никак, фактически это идет нарушение всех правовых взаимоотношений внутри города. Но самое главное, что идет уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах. Мы посчитали, что только за время существования этого предприятия где-то около 50 миллионов только в бюджеты всех уровней недополучила Николаевщина. Это не только автовокзал? Это их объединение, южные автовокзалы. Это, потому что надо эти проблемы... Я вот приведу вам пример. Стоят два автовокзала. Южные автовокзалы и АЭС Николаев. На АЭС Николаев работает 70 человек, обслуживают и, соответственно, платят налоги и все это. На ООО «Южные автовокзалы» работает 6-7 человек. Ну, может, сейчас немножко больше, когда начали вопросы задавать. Это. Мы проанализировали отчисления их в бюджет за 2013 год, который доступен был, в 20 раз расхождение в отчислении налогов в бюджет при одинаковом количестве отправлений с автостанции. О чем мы говорим? Это ж отсюда идет, когда один перевозчик видит, что другой может работать под черным флагом, не платя ни налоги, фактически занимаясь чем ему хочется, у него появляется соблазн тоже так вести свои бизнес-дела. Як ви бачите вихід цієї ситуації? Що можна зробити і що б треба було б зробити? Ну, скажем так, понимаете, отвечая на данный вопрос, мы не говорим, что революционным путем надо что-то менять. Надо просто менять свое отношение к транспортной отрасли. У нас просто не должна быть транспортная отрасль, это такая отрасль, которая все присасываются для обналичивания, ну, потому что там наличные деньги, потому что всем это выгодно иметь там свое влияние. Мы должны сделать из транспорта социально ответственный вид бизнеса. Что я под собой подразумеваю? У нас есть на этом рынке как бы три стороны, которые прямо соприкасаются. Это непосредственно бизнес, который предоставляет услуги. Это громада, которая ездит общественным... И замовляет эти послуги. Да, да. И третье, это власть, которая от лица громады, она является, скажем так, тем арбитром, который контролирует выполнение условий, контролирует, чтобы бизнес не перетягивал услуги на себя, в тот же момент контролирует, чтобы с точки зрения популизма не загоняли в бизнес тоже нерыночные условия, чтобы эти три... составляющие бизнес, громада и власть, как бы вместе, одни получали услуги, другие развивали свой бизнес, и качественно это все дело и шло. Но если, наведу пример, если у нас начинается перекос в одну из сторон, мы видим социальный негатив. Я вам хочу привести пример, не так давно, в начале года, у нас были перевозчики, делали... Страйк перевозчиков. И, а почему она, по сути, себе была возможна? Почему? Потому что на рынке есть монополии, есть транспортные монополии, они завуалированы под разные аффилированные структуры, там, которые якобы друг к другу не имеют никакого отношения, на самом деле это транспортные монополии, которые уже посчитали, что они уже могут и власти, и громаде диктовать свои условия. Ну, зрештою, десь в якійсь мірі воно так і є, адже їх небагато. Ну, я вам хочу сказати, і я, скажімо так, пользуюсь моментом, можна сказати, що я благодарен власті, що власть показала, що в місті і в області є власть, що я знаю, що з підприємством ПІК були розорвані
4 договора на маршруты, которые они обслуживали. Насколько сейчас я знаю, у этого предприятия Укртрансинспекция отозвала лицензию на предоставление транспортных услуг. И это показало то, что нельзя спекулировать своими бизнес-интересами на социально незащищенных слоях населения. Это правильно. Потому что если мы не будем соблюдать этот баланс, бизнес, по сути своей, занимает хищническую позицию. Насколько мы позволим ему развиваться, он так и будет поглощать. Мы как раз должны соблюдать те правила игры, которые позволят и бизнесу развиваться, ездить, покупать качественный транспорт, и в первую очередь быть доступным для потребителей, для громады. Поэтому наша точка зрения, скажем так, что касается, например, последних посылов первых руководителей города и области в том, чтобы необходимо переходить на автобусы более высокой вместимости. Однозначно, это правильная позиция, и во всех крупных городах есть и муниципальный транспорт, который очень большей вместимости. Давайте скажем прямо, почему мы не замечаем тот вопрос, что очень многие люди, когда сейчас появились автобусы большой вместимости по 2 рубля, они стоят, ждут эти автобусы, потому что для них разница 2 или 4 – это очень существенно. Критично бывает. Да. И вопрос, видя загруженность улиц Николаева количеством, бесконтрольным, подчеркиваю, количеством маршруток, на эту тему очень много проводят расследования общественники Николаевщины, когда вместо 20 маршруток на линии работает 40 маршруток. Почему это не видит управление транспорта городское? Это прямая обязанность контролировать их взаимоотношения с перевозчиками. Ну, для меня, например, ответ очевиден, почему они не видят. Потому что у нас получилась такая ситуация, что в законодательном органе власти, вот если брать городской совет Николаевщины, в комиссии по транспорту фактически представлены лоббисты транспортной сферы. И председатель комиссии по транспорту является крупным перевозчиком на рынке услуг. И фактически он всячески делает то, чтобы все посылы общества, связанные с наведением порядка и, скажем так, более цивилизованных подходов в транспортной сфере, были заблокированы. Наглядный пример. Весь цивилизованный мир как навел порядок в транспорте. Внедрена система GPS в автобусах, что позволяет контролировать время пребывания автобуса на маршруте, время отдыха водителя и его фактическое работы, фактически количество подвижного состава на маршруте и многие причины. Это транспортным, скажем, игрокам на рынке невыгодно. Потому что те манипуляции, которые они делают с транспортом, тогда не получится такой вопрос, что если стоит электронная система оборудования на том или ином транспорте, почему вместо этой машины по этому маршруту ездит другая машина? Потому что система будет показывать, что это не та машина ездит. И это всячески на депутатской комиссии блокируется, потому что это надо будет тогда играть в открытую с населением Николаева. А это кому-то невыгодно. Но наша задача, чтобы условия игры на рынке транспортных услуг, как и для бизнеса, для всех были одинаковы. Почему частный перевозчик, который своим трудом содержит машину, который мог бы кормить свою семью, должен, регистрировать свой бизнес под такого недоброкачественного предпринимателя и работать на него, принося ему барыши, в то время как он мог бы просто выполнять свою лепту в транспортном бизнесе Николаева. Вопрос заключается в том, что если мы прописываем законы и правила игры на рынке транспортных услуг, то они должны быть одинаковы для всех. Если мы стоим на позиции укрупнения транспортных предприятий, чтобы водители проходили медосмотр, чтобы транспортные средства проходили механика, чтобы обновлялся подвижной состав, мы должны идти по этому пути, а не так, что мы загоняем под крупного перевозчика мелких перевозчиков, а этот крупный перевозчик возит людей на автобусах по 40 лет давности. Но это ж нонсенс. Я вам хочу сказать, в Украине такого еще поискать надо. То, что происходит, с теми, кто должен развивать транспортную инфраструктуру в Николаевской области. Ну, а чи є вибір, наприклад, ви сказали про транспортні фірми. Змоделюємо ситуацію. Якщо навіть будуть такі санкції, коли гравці з цього ринку, якийсь з них муситиме просто піти. Він скаже, все, мені невигідно, з'явиться пуста ніша
і будуть потерпати фактично городяни. Чи не залишиться це місце пустим в такому випадку? Я чи не спугнемо? Я хочу сказати, я ще зразу, коли почав відповідати на питання, зразу обмовився, ми не требуємо від влади революційних рішень. Ми просто просимо, щоб соблюдався правильний вектор движення. Якщо ми говоримо, що на ринку правильні, ну, як би сказати, рівні умови для всіх, я що вам сказав, то чому одні не виконують договірні умови і на це закриваються очі? Вони не платять налоги і на це закриваються очі, а другі платять налоги. Вони возять людей з риском для їхньої житті і на це закриваються очі. Ми просто говоримо, повинно бути по закону і для всіх. Для всех. Тогда, понимаете, тогда честный предприниматель, он будет понимать, что он защищен, что платя налоги, содержа штат водителей, медиков, механиков, он находится в такой же равных условиях, как его конкуренты. А не так, что получается у нас, скажем так, одни, пользуясь там депутатскими мандатами или еще какими-то покровительствами, фактически для себя делают лоббистские дорожки в этом бизнесе, а те, кто могли бы развиваться и возить на более качественных автобусах наших жителей, когда проходят конкурсы на предоставление услуг по пассажирским перевозкам, и городские, и областные власти в лице заказчика оговаривают условия, которым должен соответствовать перевозчик. Что он должен выполнять? Выполняется угода. Да, да. Получается, давайте скажем так, в бизнесе как? Если вы не выполняете условия договора, будьте добры, мы разрывается с вами договор, и эти маршруты идут на новый тендер, пусть эти услуги предоставляет более ответственный, более качественный перевозчик. Но на это никто не идет. Потому что это очень серьезная лоббистская структура, которая позволяет себе, ну, в какой-то степени, наверное, вот и забастовка как раз зимой, это была попытка власть показать, что они, ну, как бы более сильная, чем власть в городе. Я благодарен, говорю, что первым лицам области и города, что они показали жителям города и области, что власть во главе, а не бизнес во главе стоит. Потому что это очень важно. Потому что бизнес должен заниматься своим. Он должен зарабатывать деньги, возить людей. Но не заниматься властью и писать правила игры на рынке транспортных услуг. Як ви вже торкалися цього питання, як ви гадаєте, для Миколаєва більш прийнятні будуть саме великі автобуси, чи, можливо, середнього, або можна врятуватися саме такими малими? Який оптимальний маршрут? Ну, давайте, розумієте, вопрос, треба везде підходити ко всім взвешено. Угу. Вопрос, в будь-якому цивілізованому обществі, в будь-якому цивілізованому місті є місце і для автобусів великої вмістимості, і для середньої вмістимості. Давайте, що ми підрозуміваємо під словами автобуси малої вмістимості? Якщо ми підрозуміваємо під автобуси малої вмістимості переоборудованные Мерседесы, которые за границей служили свой технический срок и были грузовыми автомобилями, а сюда их пригнали, поставили в них сиденья, и теперь они гасают по нашим улицам, то я категорически против, чтобы они занимали доминанту на нашем рынке. Потому что, понимаете, давайте скажем так, если идет большой автобус, он по вместимости забирает пассажиров как три микроавтобуса. Так давайте же мы прямо говорим, что Николаевские улицы загружены транспортом, мы должны его разгружать. Поэтому там, где позволяют транспортные магистрали, там должны на конкурсе побежать автобусы большой вместимости. Там, где нет возможности, там, где, скажем, ну, и качество дорог, которое не позволяет нашим, там, может быть, есть необходимость оставлять автобусы малой вместимости или средней вместимости. Но это опять вопрос изучения рынка. А не так, что у нас в угоду просто тому, что кому-то захотелось, просто наводнили город беспорядочным количеством маршруток. И то же самое и с областью происходит. Як ви вважаєте, чи могла б покращити ситуація, якщо був би впроваджений у нас муніципальний автопарк? Я думаю, что это очень интересная тема. Ну, тут, понимаете, тут, скажем так, эта тема должна быть на уровне экспертно обсуждена. Потому что что мы подразумеваем под темой муниципальный транспорт? Муниципальный транспорт может быть, ну, это принято, это муниципальный троллейбус или муниципальный автобус. Мы должны садиться, смотреть экономику. Сейчас пошли большие автобусы, большой вместимости походить по городу Николаев. Можно на их примере сейчас посмотреть экономику этих автобусов. Если, находясь в частных руках, они зарабатывают себе средства и приносят прибыль, то почему бы тогда эту прибыль не получать коммунальному предприятию? Но опять же, ну, здесь надо вопрос не такой уж простой, потому что у нас должен быть соответствующий менеджмент управления этим коммунальным предприятием, который будет это предприятие делать неубыточным, как это делается в большинстве городов Украины, а хотя бы самоокупаемым. Зрозуміло. Час нашої передачі добігає кінця, ми мусимо ставити крапку. Ви дивилися програму «У полі зору транспорт» на
цю тему я бесідував з експертом Асоціації працівників транспортної галузі та інфраструктури Ігорем Житецьким. Шановні глядачі, ви бачили телефони контактні на екрані, тому всі питання можна поставити. А зараз ми з вами прощаємося. Всього найкращого!